тема нашего кейса была технологическое лидерство в электросетевом секторе. Наша задача была разобраться в функционировании объединенной энергосистемы Сибири и также изучить различные инновационные технологии, которые мы можем применить для решения существующих проблем. Сложно, наверное, было найти какие-то данные. Частично они закрыты, приходилось обращаться где-то к педагогам, аналитически что-то искать, обобщать. Но это, наверное, было самое сложное. Спасибо, называется, педагогам, которые оказывали нам поддержку, консультировали нас. За счет этого нам было, конечно, легче. Идем в полуфинал. Надеюсь, побеждаем в полуфинале. И, конечно, хотим ехать в Москву на финал, уже показывать, на что способен Уральский федеральный.